Вот так. А время-то отдыхать у вас есть? На концерт съездить, музыку послушать? Музыка очень понравилась. Любой музыка сегодня очень. Я поп-рок, но сегодня, как русский певец, несколько месяцев назад я слышал это молодая Диана Анкудинова. Очень понравилось у нее такой же русский душ и духа. Ну, давайте послушаем Диану, как она звучит. Внимание. Тихо, саваном белым вьюга, думаю, кровь, где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Но мы решили сделать вам сюрприз, и сегодня Диана Анкудинова здесь, в этой студии, чтобы встретиться с вами. Здравствуйте! О, так красота! Здравствуйте! Ну, я очень рад, спасибо! Очень, спасибо очень. Вам! Спасибо! Нина, здравствуйте! Ой, мы так рады! Как ваш ребенок? Спасибо огромное! Всем здравствуйте! Здравствуйте! Скажи, как тебе история Джона вообще? Я точно могу сказать, что когда я впервые услышала об истории Джона, меня, конечно, это поразило, потому что, ну, насколько я знаю, обычно иностранцы очень скептически относятся к России, особенно если переезжать сюда, так это же вообще как будто бы какой-то самый большой их страх. И тут, когда я поняла, что, оказывается, это возможно, и особенно, там, сколько вы говорили, 3 дня вам понадобилось, чтобы понять, что Россия — это ваш дом, это удивительно. Я прям, честно, была шокирована, потому что мне даже в свои 21 год мне сложно даются какие-то решения, которые страшно делать. Идти туда, куда страшно. И всегда вопрос, а что правильнее? Делать то, что хочет твое сердце, или то, что хочет твой мозг? И вот, наверное, ваша история мне доказала, что когда вначале ты думаешь сердцем, а потом уже идет мыслительный процесс, вот тогда уже будет верное решение. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо. Вы должны, мне кажется, пригласить Диану к вам на ваш экотуризм. Да, сюда приглашаем Диану. У нас концерты часто проходят. Ой, пожалуйста, на самом деле, спасибо большое. У нас есть настоящий колхозный клуб большой. Можно выступить, да. Там сцены к нам, да, и приезжают. Интересно, как он выглядит, очень интересно посмотреть. Я была там, классно. Да? Обязательно съездим. Обалдеть. Да, Мария Шахова у нас тоже в гостях, журналист, телеведущий, автор YouTube-канала о путешествиях и иностранцах. Добрый день. Ты знала историю Джона, конечно. Да, да, Андрей, конечно, я знаю Джона и Нину Валерию, но абсолютно обожаю их семью и была прошлой осенью как раз у них на ферме. Это потрясающее место. А вот обязательно тем, кто хочет поездить по родным просторам, рекомендую съездить, сходить в колхозный клуб, попробовать мясо, творог, молоко, сыр местного производства. Все это очень классно. А если Диана приедет, она может попробовать делать сыр или что-нибудь? Конечно, с удовольствием. Можно, но только осторожно. И может на тройке покататься. Ну что, тогда ты едешь с ним в гости, а с тебя билет на ближайший концерт для Джона и Ниночки. Договорились. Ну что, сейчас мы сделаем...